Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». На качество нашего сна влияет несколько факторов. Важно не только ложиться спать вовремя, но и позаботиться о приобретении правильного матраса. В этом видео я расскажу вам о 7 лучших матрасах. Они поддерживают спину в правильном положении, позволяя лучше отдохнуть и выспаться. Так что с такими матрасами утром вы будете чувствовать себя бодрыми. Устраивайтесь поудобнее. Будет интересно. Также не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписываться и жать на колокольчик, ведь на канале «Правильный выбор» регулярно выходят новые рейтинги и обзоры различных товаров, которые могут быть вам интересны. Также хочу напомнить, что в описании под этим видео я оставлю ссылки, перейдя по которым вы сможете узнать стоимость всех героев данного топа. Итак, давайте же узнаем, на каких матрасах лучше всего спать. Открывает наш топ Dimax Optima Premium. Это пружинный матрас средней жесткости высотой 19 см с чехлом и джакардой, усиленными вставками по периметру. Выпускается широким модельным рядом как для односпальных, так и двуспальных кроватей различных размеров. Матрас может похвастаться высокой плотностью пружин, составляющей 250 штук на метр квадратный. Каждая пружина помещена в отдельный чехол и не зависит от остальных. Благодаря этому матрас с высокой точностью повторяет контуры тела, точечно подстраиваясь под анатомические особенности спящего. Кроме того, такая конструкция отлично гасит любые колебания, поэтому такой матрас оптимально подходит парам, ведь движения одного спящего не будут ощущаться другим человеком. С обеих сторон от пружинного блока постелен прочный войлок. Он изолирует пружинное основание от мягкого настила и создает ровную поверхность. Также у Dimax Optima Premium имеются два слоя ортопедической пены. Ее пористая структура позволяет сжиматься под воздействием массы тела спящего, обеспечивая тем самым оптимальный уровень комфорта и ортопедической поддержки. А благодаря химически нейтральному составу данный наполнитель является безопасным для здоровья человека. В общем, спать на таком матрасе будет очень комфортно. Продолжает топ двусторонний пружинный матрас средней жесткости Dreamline Sleep Dream Medium S1000. Производитель предлагает огромный выбор матрасов такого типа шириной от 60 до 200 см и длиной от 180 до 220 см, так что можно будет подобрать оптимальную модель для любой кровати. На одно спальное место у матраса приходится 1000 пружин, которые равномерно распределяют вес человека, придавая ему правильное положение во время сна. Кроме того, такое большое количество пружин позволяет использовать матрас для людей весом до 150 кг. Помимо пружинного блока, в матрасах Sleep Dream Medium S1000 применяется два слоя наполнителей из натурального латекса и кокосовой койры. Такое сочетание является максимально универсальным по жесткости и удобству. Кокосовая койра обеспечивает упругость и поддержку, а натуральный латекс добавляет комфорт верхнему слою, который выполнен из трикотажа. Он объемный, мягкий, приятный на ощупь, имеет долгий срок службы, а также не вызывает аллергических реакций. Те, кто уже приобрели такой матрас, высказываются о нем строго положительно, отмечая, что он очень комфортный и на нем удобно спать. Также стоит отметить, что для этой модели производителем предусмотрен водонепроницаемый наматрасник, который убережет изделие от жидкости и грязи и пятен. Но приобретается он отдельно от матраса. Далее в нашем топе идет линейка матрасов Promtex Orient Soft Standard. Выпускается он широким модельным рядом. Ширина изделия варьируется в диапазоне от 60 до 220 см, а длина может быть 190 или 200 см. Матрасы имеют оптимальный уровень жесткости. Обе стороны у них умеренно мягкие, что придется по душе большинству покупателей. Пружин в этом матрасе много. На 1 квадратный метр приходится 256 штук. И что самое примечательное, все они независимые друг от друга.
Это позволяет обеспечить эффективную ортопедическую поддержку позвоночника и избежать эффекта гамака на поверхности матраса или его колебаний, что будет актуально для пар. Один ворочающийся во сне человек не будет мешать своими движениями другому спящему. Также стоит отметить, что в качестве комфортного слоя с обеих сторон матраса используется эко-пена, а выполненный из трикотажа чехол можно снимать для стирки. Многим покупателям такой матрас нравится за доступную стоимость и удобство сна. Правда, по прошествии нескольких лет некоторые отмечают, что матрас начинает проминаться. Но тут надо учитывать, что рассчитан данный матрас на вес не более 105 кг на одно спальное место. И следует не забывать переворачивать его раз в несколько месяцев. Следующий герой нашего топа – Dreamline Space Massage S1000. Это матрас средней жесткости, выпускаемый широким модельным рядом высотой от 170 до 220 см и шириной от 60 до 200 см, так что найдется вариант на любую кровать. Главным достоинством этих матрасов является большое количество пружин – 1000 штук на одно спальное место, которые позволят придать человеку правильное положение без нагрузки на позвоночник. Причем матрас не проминается даже под полными людьми, так как большое количество пружин равномерно распределяют вес. И, как заявляет производитель, нагрузка на одно спальное место у такого матраса может достигать 140 кг. Помимо пружинного блока у Dreamline Space Massage S1000 в качестве наполнителя верхнего слоя служит сочетание биококоса и прогрессивного современного материала ErgoFoam с рельефной поверхностью. Биококос обеспечивает высокую упругость, что способствует усилению поддержки ровного положения тела даже при значительной весовой нагрузке. А ErgoFoam – это пена, которая, обладая мягким приятным массажным эффектом, который очень полезен для кровообращения. Ну и помещено все это в красивый трикотажный чехол. Он приятный на ощупь и не вызывает аллергических реакций. В общем, отличный матрас, который обеспечит комфортный сон для людей любого телосложения. Напомню, что узнать стоимость этого, а также других матрасов, упоминаемых в ролике, вы можете на сайтах, ссылки на которые указаны в описании. Ascona Comfort Plus – это серия анатомических матрасов с блоком независимых пружин. Производитель предлагает широкий ассортимент матрасов такого типа шириной от 80 до 200 см и длиной 190 или 200 см. На одно спальное место у этих матрасов приходится 550 пружин, каждая из которых расположена в отдельном чехле. Благодаря этому изделие с высокой точностью повторяет контуры спящего человека и точечно подстраиваясь под анатомические особенности. Кроме того, такая конструкция отлично гасит любые колебания, поэтому такой матрас оптимально подходит парам. Для изолирования пружинного блока предусмотрен слой войлока, над которым располагается слой эластичной пены. Она повышает упругость и улучшает анатомические свойства матраса. Ну а что касается чехла, то он выполнен из жаккарда, стеганого на синтепоне. Из недостатков стоит отметить, что данные матрасы рассчитаны на людей небольшого веса, а заявленная производителем средняя жесткость по факту такой не является. Он мягкий, и в принципе кто-то это сочтет даже за плюс. Спать-то на нем все равно приятно. А если регулярно переворачивать, то и вмятин образовываться не будет. Продолжает топ-серия матрасов Blue Sleep Hybrid 2.0. Это гибридные матрасы повышенной комфортности и средней жесткости шириной от 80 до 200 см и длиной 190 или 200 мм. Главной особенностью этих матрасов является наличие микропружин, количество которых на большом матрасе может достигать 2000 штук. Эти пружины идеально подстраиваются под тело человека, обеспечивая его правильное положение во время сна. Помимо этого, в матрасах Blue Sleep Hybrid есть слой повышенной плотности с воздушными каналами, который позволит снизить нагрузку на позвоночник.
А чтобы даже по прошествии многих лет вы не ощущали пружины этого матраса, тут имеется дополнительный слой повышенной плотности. Верхний слой матраса состоит из пены на основе натурального соевого масла и имеет эффект памяти. Он улучшает гидроскопичные свойства матраса, обеспечивает хорошую вентиляцию и соблюдение гигиенических норм. Ну и сверху всего этого находится гипоаллергенная стретч-ткань, которая не вызовет никакого раздражения даже у людей с гиперчувствительностью. Так что спать на таком матрасе любому человеку будет очень комфортно, о чем говорят и многочисленные положительные отзывы. Кроме того, производитель дает 100 дней на тестирование своей продукции, можно будет убедиться в его эффективности. А если что-то не понравится, вернуть назад. Также стоит отметить, что матрас имеет защитный чехол, который убережет его от влаги и загрязнений. Завершает наш топ Lonexel X5. Это беспружинный матрас с толщиной 5 см, используемый в качестве дополнительного для более комфортного сна. Примечателен небольшой ценой и повышенной комфортностью. Выполнен матрас из искусственного латекса. Это материал средней жесткости, дышащий и обладающий отличными анатомическими свойствами. Такой матрас легко свернуть и убрать в угол, поэтому он отлично подойдет для тех, кто живет в однокомнатных квартирах или квартирах-студиях, где в качестве спального места выступает раскладной диван. С таким матрасом сон точно будет комфортнее. Выпускается Lonexel X5 широкой модельной линейкой. Ширина у него может быть от 80 до 200 см, а длина от 190 до 200 см. В общем, найдется вариант для любого дивана или кровати. Также стоит отметить, что эти матрасы имеют чехол, выполненный из хлопка и полиэстера. По углам у него расположены резинки, а по всему периметру липучки, которые позволят надежно закрепить такой матрас на спальном месте. Владельцы отзываются об Lonexel X5 строго положительно, отмечая удобство сна на нем и доступную стоимость. Из минусов можно отметить разве что неприятный запах в самом начале, но при проветривании такого матраса на балконе запах быстро исчезает. В общем, если вам нужен недорогой матрас, который позволит значительно улучшить качество вашего сна, то стоит обратить внимание на эту модель. Напомню, что узнать стоимость всех участников этого топа вы можете на специализированных сайтах, ссылки на которые я оставил в описании. На этом у меня все. Ставьте лайки, пишите в комментариях, какой из матрасов вы бы купили себе и почему. А также не забывайте подписываться на канал «Правильный выбор» и жать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых рейтингов и обзоров различных товаров. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!